Сегодня мы расскажем о дизайнере, которая разработала и напечатала одежду на 3D-принтере. Приятная история успеха, связанная с 3D-печатью. Первоначальным замыслом была линия красивой одежды, которую каждый мог бы напечатать на своем собственном 3D-принтере, не выходя из дома. Потребовалось немало времени, сил и упорства, консультации со специалистами 3D-печати, чтобы получить красивую, впечатляющую и в то же время практичную конструкцию одежды. В итоге дизайнер напечатала мягкую пружинищую конструкцию, несколько напоминающую модную кольчугу рыцарей. На наш взгляд, результат выглядит интересно. Коллекция одежды попала на показ мод и получила широкое освещение в медиа, запустив машину продаж. Если у вас протерлись джинсы или закончилась чистая одежда, обращайтесь, мы напечатаем и доставим заказ в любую точку страны. Подписывайтесь на наш канал, мы регулярно публикуем обзоры 3D-принтеров и рассказываем новости 3D-печати.